Как легко заблудиться в лесу. Во все стороны все одинаковое. Только куда-то спуск, куда-то подъем. Вот и вся разница. Вот это огромное высохшее дерево я видел. По этому стволу можно сориентироваться. Дорога должна быть вон туда, справа от него, вниз. А вообще, чаще вокруг. Гигантский ствол. Наконец, что-то похожее на дорогу. Так, мне надо в ту сторону, в другую. Вот немножко просвет виднеется между деревьев. Это и есть дорога. Дальше шире и лес пореже. Скоро выйду. Коряги повалены. Главное правильно ориентироваться по сторонам света. Живописный пенек. И на нем уже елочка растет. Иду дальше. Километра, может быть, два еще. Необычные, очень мелкие ягоды. Ну вот для сравнения. Паль, ноготь. То есть они как бусинки, буквально как бусинки, что за ягоды, не знаю. Пеня брохом. Похоже, там впереди еще какая-то дорога. Перекресток. Вот это уже заросла колея, а вот тут свежая идет. Свежая дорога. Теперь только не перепутать, в какую сторону. В какую сторону двигаться. Мне кажется, в эту сторону, сюда. Хотя... Ну, в общем, в эту сторону иду. Все. Получается, что я иду примерно туда, откуда пришел, только под другим углом, откуда сейчас пришел. Главное не ошибиться с направлением, но вроде бы я правильно выбрал. Хотя солнце сейчас не видно, все затянуло. Но здесь я точно не ходил. Это какая-то другая дорога. Куда-нибудь выведет. В другом месте просто. Вон какие стволы попадаются. И муравейник. Оплот коммунизма. Да, для коммунизма муравейник более совершенен, чем человеческое общество. В нем нет репрессий. Муравьи не истребляют и не обижают друг друга. Он только разрастается, пока не погибнет естественной смертью.
признаки человеческого обитания. Развешанные на ветках пустые бутылки. Кстати, здесь немножко тропа какая-то тоже есть в сторону. Но я буду двигаться все дальше по этой основной. Правда, я по ней не ходил. Еще небольшой перекресточек, ну, в смысле, тут примыкает. И дорога потом резко сворачивает вправо. Что странно, но ничего. Там, очевидно, уже есть просвет. Просвет значительный. Населенный пункт однозначно. Вот для сравнения, здесь никакого просвета. Выход к огромному озеру. Корни по дороге прямо выпирают. Крутой спуск. Вот такой пейзаж открывается. Там еще дорога.